Привет! Еще не надоело играть на посредственных серверах? Приглашаю тебя на сервер Minori RP. Тут ты найдешь приятное комьюнити, разнообразные профессии, уникальную карту, отзывчивую администрацию, приятный интерфейс и много, много всего нового. А также для всех новых игроков действует промокод на 1000 рублей. Присоединяйся к нам, тебе понравится. Чао! Сегодня мы посмотрим на очередных пиздоголовых уебанов, которые обитают на каждом Dark RP сервере. Немного обратим внимание на несправедливые по отношению к админам правила, и все это в одном ролике. Дай ствол, я хочу пострелять вас. Ствол? Да, ствол хочу, блядь, дай ствол по-братски. Нет, у меня там дробаш есть. Блядь, есть ствол, смотри. Кожаный, блядь, металлический, любой ствол дай. Алло? Нападение на полицейского. Иди нахуй! Ты что, тупой? Да ты тупой, видимо, сука, что ты приебался? Кто убил? Вот этот, он. Лицом в стене. Он. Лицом в стене встал? Да, да, он. Доставание оружия в общественном месте человека. И убийство. Спасибо, я его испугался. Мой враг. То есть, ебанул чела я. Вот этого он вон туда. Ты скажешь, куда тащить хуйло? Давай пошли, покажу вон там. Вон туда он. Давай веди хуй с тобой. Давай тут, блядь. Слушайте, а у вас у всех чат не показывает, что ты пишешь? А, ну да, чат дополнения создает ошибки. Вот, нажимай пробел и быстрее пойдешь. Пробел нужно с шифтом. Ты чучело, лицом в снег стал. Лицом я, блядь, встал. Мать твою лицом в снег капущу сейчас. Отойди от меня, воняешь. Ты воняешь, лицом в снег стал. Ты хули стрелки метаешь, валет, блядь. Ты черт, не мы ты. Что ты доебался до работяги? Что за нахуй? Прямо в спине у тебя, братан. Что ты пришел ко мне в магазин? Что-то нужно? Это мой магазин. Это мой магазин. Вышел. Это мой. Это мой магазин. Не твой это магазин, вышел. Нет, это мой магазин. Выйди. Я говорю, выйди. На дверь посмотри. Нет. Что? Мой магазин. Что на дверь? Дверь как дверь. Что это мой магазин. Мой магазин, блядь. Мой магазин. Это мой магазин, нахуй. Полицейский? Тут какой-то в нормальном состоянии человек. В каком так состоянии? Оплатится. Я в отличном, сука, состоянии и самочувствии. По базе проверьте, это мой магазин. Это мой магазин, сука, я говорю. Он в моем магазине сидит. Документы покажите, кто это. Не курите, пожалуйста. Да, кури, кури, разрешаю, это мой магазин. Покажи документы на магазин. А чат-то не работает. Это мой магазин, я ему разрешаю, развяжи его, нахуй. Неподчинение. Я говорю, мой магазин, алло, я ему разрешил. Так это его документы. Не-не-не-не-не, во. Кто мне сказал, я ничего не слышал. Я сказал. Кидает кубик с числом 100. Ты шо, гений? Так. Это мой магазин. В смысле, покиньте, это мой магазин. Я вот документы показал, посмотрите. Так это мой магазин. Одинаковые. У них одинаковые. Что? Не одинаковые. Вот еще раз сверьте, еще раз. Это мой магазин. Я увидел. Кидает кубик с числом 100. Выпало число 67. Давай нахуй, теперь ты. Это мой магазин. Давай, говорю. Что давай? К чему, зачем? Документы мы оба предоставили, давай, блядь. Проверим, пиздишь ты или нет. Я предоставил свои. Не курите помещение, пожалуйста. Я разрешаю. Нахуяно. Кури, брат, сколько влезет. Кури, кури, кури. Открывай, нахуй! Открывай, блядь! Я чё, вызову полицию. Это мой магазин. Мой магазин, блядь, выходи. Слышишь, выгони его нахуй с магазина моего. Выгони его нахуй. Это мой магазин. Вышел нахуй с магазина, я тебе сказал, блядь. Пока я твою коробку эту, которую ты притащил, не расхуярил. Вышел нахуй с магаза, блядь. Это мой магазин. Документы у меня. Я покупал этот магазин. Да, покупал ты, блядь, магазин. Кириешки ты нахуй покупал, а не магазин. Иди отсюда, блядь.
Нет, это магазин. Полиция, ко мне в магазин ворвались. Нет. Это мой магазин, сука. Нет. Помоги выгнать. Лысый, сука, залез в магазин ко мне. Ноги. Вот, видишь, что я говорю, это не твой магазин. Мой магазин, сука, выйди. Это его это магазин, я говорю. То, что нет, это не нет, твой нет, магазин. Нет. Блять. Мой магазин, сука. Это мой магазин. Это мой магазин. Это мой магазин. Мой магазин, выйди. Отсюда, выходи, блядь, с магазина, я тебе уходи говорю. Отсюда, это не твой, блядь, магазин. Уходи, блядь. Сука, я здание покупал, ебать. Это мой магазин, нахуй. Сколько тебе раз сказать? Я за него заплатил. Блядь, ты что куришь, мужик, сука? Я ничего не курю. Выйди с магазина, я тебе говорю. Отсюда. Закрой двери с той стороны, я тебе сказал. Сколько раз тебе повторять? Сука, съебался с моего магазина. Сам съебался, блядь, с моего магазина, блядь. Я тебе сейчас устрою, что ты кулаки сжал, блядь. Пиздец. Иди отсюда, сука, лысый нахуй. Пиздец. Помогите, вы, блядь, домогается, ебаный, сука. Он влез ко мне в магазин. Выходи нахуй с магазина, я тебе вышел, блядь. Выходи с магаза, нахуй. Уйди с магазина. Уйди с моего магазина, сука. Полицейский сделает, что там, я выгоняю. Полиция, помогите! Полиция, помогите! Он не выходит с магазина моего. И только попробуй пропу убрать, сука. По договору остается все, что в магазине мне, даже то, что ты тут насрал. Давай, блядь. Че ты, блядь? Ключи давай мне от магазина моего, нахуй. Ключи мне давай. Окей. Сам, сука, обустраивать будешь. Давай, блядь. Понял? Без тебя, сука, справлюсь. Продавай двери эти, сука, передавай ключи. Ща. А как передать? Продать дверь! Вот, вот как, ты тут больше не живешь. Все, иди нахуй. Иди сам нахуй, лысая, сука, это хуйня. Алло. Спасибо вам, полицейский. Вот так вот дела и делаются. Алло, нахуй. Ой. Какого хуя? Ошибочка. Что ты продавать собрался, блядь, в этом здании, нахуй? Да тебя ебет, что я продавать собрался. Ты думаешь, мне продавать тут что-то надо, сука? Я скупаю недвижимость, а ты иди нахуй. У тебя нет больше магазина. Блядь, ты, конечно, блядь, не лысый, фу, нахуй. Не лысый. Это ты, сука, лысый, иди отсюда, яйцо, Нагиев. Иди отсюда. Не лысый, фу. Иди отсюда, яйцеголов. Он пидор, а не скупщик, блядь. Скупщик. Это ты, полупид, бундосы, иди отсюда. Блин, ты съебись. В смысле, иди отсюда, ты за мной идешь, конченый. Съебался с улицы моей. Я ее приватизировал, иди нахуй отсюда. Дела шли хорошо, я бы даже сказал отлично. Я отжал магазинчик, но ничего там не отстроил. Примерно так и работают новые облагораживатели в наше время. Затем я решил немножечко, ну прям самую малость, побегать за полицейского по старой памяти, посмотреть, кто чем занимается, и возможно кого-нибудь арестовать. О, кстати, я видел недавно, Помогите, меня убивают! А, нет. О, стоять! Стоять бояться, сука! Попался. Пипавс, блядь, убийство, сука. Просто каша. Да что за ёбнут? Полтора часа наиграно. У меня рядом только фабака. Кошка, не знаю, наверное, на кухне опять. Все, это шикарный ковер. Он, походу, подходит для нас. Они что, в дочке матери, блядь, играют? Ну что там за чувак? Бля, у него там иероглифы, короче, всякие идут. Он мусор, у него иероглифы всякие идут, я хуй знаю, что за них. Но тут таких нету с иероглифами на полицейской профе. Мусор был. Ну, я смотрю, и иероглифов нету. Подожди. Слушай, а ты можешь четкость поставить, а то я не пойму. А, какие-то ДН или что-то такое. Подожди, ну, еще подожди, раз мотни. Подожди, перемотай. А то он что-то пропал. Ага. Так. А что ж это за чел, интересно? Сейчас не отключайся. Сейчас я, может, посмотрю дисконнекты. А что это такое? Это жалоба на чела, который нарушил проб-климп. Это правило запрещает вам карабкаться на какие-то здания с помощью пропов и потом их убирать. Ага, ну да. Нашел. Ему уже написали смени-ник. Ну я думаю, это он. Он за спецназ же был, да? Да. А, ну все, я понял, то что и так. Что у него там выходит? Проб-климп. А, пропабус. Ну, проб-климп это сюда и входит, да. 10 минут и лиф. Так, я тогда ЖБ закрываю, выхожу. Я уже ушел. А, да, ну ладно, хорошо, давай, удачи. Давай. Проб-климп и лиф. А лиф где у нас там? Я вот... А, вот лиф РП.
Тут ливы из РП-процесса, но у него РП-процесса не было. Значит, тогда будет проб-клемп и все. Затем я за этим челиком поспекал и нашел кое-что интересное. Оказывается, это был маньяк, но это я узнал не пока спекал, а немного потом. Мы к этому придем. Правила Гамбита запрещают сотрудничать маньякам с какой-либо другой профессией, а то, что они сидят на квартире все вместе и отстреливаются от полицейских, и маньяк все это видит, но никому не говорит и ничего не имеет против, это прямое сотрудничество. Это мы не одобряем. Тем более, он сам активно принимает участие в том, что выгоняет полицейского, и по факту это подтверждает, что он с ними либо проживает вместе, либо сотрудничает. Выйди раз, выйди два, выйди три, блядь, ты, сука, не понял, блядь. 16 234. Нихера. Сиби. Фантастика. Бля, он дурак или притворяется? Пацаны, нужны метки. Ого. Ладно, ладно. Маньяк? Ну чё он, блядь, охуел? Откройте. Откройте. Тут... Фантастик, бомбастика. Да я не могу открыть из-за вас. Ой. Я, надеюсь, того убил? Надеюсь. Нет. Ой, я не того убил. Дайте, откройте. Камилька. Вот теперь того. Теперь был точно то. Где Саня Гвоздь? Что такое? Все, закрывай дверь. Сейчас, короче, админ прилетит. Скажи, что шкафчика пусть сюда цепает. Мы уже его предупреждали, ушел раз, ушел два, ушел три. Говорили да. Вы, говорили ему? Да без проблем, пусть сюда цепает. Ко мне вообще вопросов не должно быть, но он по нам начал шмалять, я его убил за это. Все, 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 сейчас просто жабу прийти сюда. Он за маньяка играет или за кого? Да я не пойму. Да пушка, ребята, давайте, пока я спать пойду. Спокойной ночи. Давай, Настя, спокойной ночи. Да, а стой, Настя, 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 Настя. Вопросительный. Сейчас, я тебе ТГ дам. Секунду, так меня прикрыл? За свое я могу объясниться. Маньяк, то что на РП. Ой, меня, Дмитрия. Фрикил? Фрикил. Это за того челика? За двоих он по нам стрелять начал. А кто по нам стрелять начал? Так, в смысле, а кто по нам стрелять начал? Я могу демку показать. Он когда вышел, дверь закрыл. Сейчас я даже уроном могу найти. По нам кто-то из двери начал тогда из пулика стрелять. Нет, мы там все в одном доме вместе находимся, все вместе общаемся. Он зашел туда, в одного с оружием. Ты считаешь это нормально? А нормально ли то, что ты сидишь и сотрудничаешь с криминалом у них на квартире, видишь все их преступления? А то, что ты используешь оружие, которое тебе как маньяку тоже не разрешено, ненормально. Технически он нарушил два правила, но на Гамбите это все приравнивается к одному нон-РП. И об этом он решил, конечно же, админу не говорить. Но как же хорошо, что я оказался в этот момент на сервере. Ну, у вас же не было оружия. Не помню тот момент, могу подойти посмотреть. Я смотрел демку, там вроде бы не было оружия. Санечка, ты не занят? У меня вопросик есть, Санечка. Фантастик, ты меня слышишь? А что у тебя за профайл? Я просто не могу этого взять, маньяка. Ты маньяком, что ли? Так же еще и... Алло, ты маньяком был? Ты не можешь стрелять человека за дверью. А на РП, где ты тут видишь? Да, ты да, не да. можешь стрелять человека за дверью. Слушай, не могу. Я прострелами могу. А ты что, с Фомаса стрелял? Ты хочешь себя Сигма ощущать? Стрелял. Нет, я с Делора стрелял. Да не, я вот этот фантастик. Но ты же маньяком был. Это фрикил, все. Ты же маньяком был в этот момент. Я смотрю просто по логам, странно. Головой думай своей. Ты разбираешь разборку? Не, а логи смотрю, мне интересно, почему ты за маньяка с Фомаса стреляешь. Запрещено вмешиваться. Санечка, у меня вопросик такой. Он получается... Вот этот чел фантастик, я по логам посмотрел, он за маньяка с Фомаса стреляет, будучи маньяком там на этой квартире он сидел, отстреливался с мафией от кого-то. Да не нон-РП разве, не нон-РП ган? Ну он вроде бы не может как бы сотрудничать. Вот, я ж о том же, я чё и спрашиваю. Похоже на нон-РП. Сотрудничество у меня ни с кем не было, поверь. Ну, ты отстреливался от кого-то, сидя в квартире с кем-то. Я не... Ты закопился. Хорошо, дядь, смотри. Но мы не затемились. Смотри, слышь, ты, тело, как ты там, головый магнат, да? Теперь послушай предысторию. Я залетаю на хату, да? Там стоят, сколько у вас там блоков? Сколько у вас? Три? Четыре человека у вас было? Три-четыре человека. Где-то так их было. Я залетаю туда, я такой, типа, короче, туда-сюда, короче, они мне такие, о, типа, заходи, заходи. Заходит вот это тело, я достаю автомат, говорю, ушел раз, ушел два, ушел три.
Он подождал, посмотрел на меня. Я еще раз говорю, ушел раз, ушел два, ушел три. Он стоит, смотрит. Я начинаю по нему стрелять в упор. Встал за дверью. Он, дверь закрывается. Он встал за дверью, такой умный, короче. Ты маньяком был? Дамажил, он его убил. Да. Ну, я потому что я не знал, того я надамаживал или нет. Потому что вот это тело, единственное, кто там был, короче, в тот момент. А потом вот этот Волков достал вора и убил, ну, уже его, получается. Ну, по факту там стояло два типа, и вы глазами хищника, типа, смотрите, там стояло два типа, вы глазами хищника, типа. Я смотрю по логам, он за маньяка с ФАМАСа стоял, хреначил, вот он. Ого. Я не понял вообще, для чего ты это сделал, если ты еще раз это сделаешь, я уже лишний раз запрещаю. Так, а я не запрещаю, что ли? Я запрещаю, блядь, против других людей, которые, блядь, вмешиваются в разборки. Ого. А ты что, запреты тут ставишь? Не ты жалобы занимаешься. Дело, субстанцию. Я с админом говорю, я с человеком разговариваю, почему я с человеком разговариваю, что ты орешь? Что-то горлачишь. Ты еблан, пиздоголовый, нахуй. Когда ты ебало уже закроешь свою деревенщина, блядь. Я с человеком говорю, а не с тобой. Заткни пасть, блядь. Все, тихо. В общем, я про что говорю, он за маньяка с ФАМАСом. Он за маньяка с ФАМАСом просто стоял, херачил. Ну что, это разве нормально? Вот как это. Администратор разговаривает. Ну вот сейчас подлетишь, подожди. На Гамбите несправедливо устроены правила по отношению к админам. Если какое-то чучело себе позволяет на жалобе оскорблять админа, то он получает всего лишь около 3 часов бана. В то время как админ, если себе такое позволит удовольствие, то у него уже идет около 6 или же 12 часов. Если оскорбление было матерным, то это 2 пункта администрации. Кстати говоря, этот сын дерьма еще нарушил админобус, потому что он в РП профессии использует админку в своих целях. А он именно берет меня и утаскивает куда-то физганом, чтобы я ничего не мог против него сказать. Что подлетишь? Повтори еще раз, пожалуйста. Он за маньяка стоял с ФАМАСом на этой квартире и отстреливался тоже от типов каких-то. Или от этого типа, который гос. Вот. За маньяка он был. И там по логам видно, что от него дамаги идут с оружия ФАМАС. И он был маньяком. Он сам мне сказал, что он был маньяком. Я тебе уже шкафчик. Говорил, ты что такой невнятный-то, а? Шкафчик, это я тебе уже сказал, то, что я тебе уже говорил... Заткнись уже нахуй, либо более-менее понятно говори. Я понял, я выдам. Ну, НРП, да, есть? Отлично. Санечка. Все, я больше не мешаю, удачи. НРП-то в чем? Что ты, блядь, покричал, повыебывался? Секунду, сейчас тебя звоню, секунду. А он меня еще оскорблял. О, ты, блядь, животное здесь, что ли? Ну, тихо, ну. Он меня опять оскорбляет. Может, ты уже примешь этого внимания? Я ничего такого не сделал, просто обратил внимание на НРП. Слышишь, я сейчас залью на форум, как-то админ хуя нахуй общается. Ты максимум, что можешь залить, это себе еще пузырь водки в глотку. Давай, побазарь еще дальше. Побазарю. Биомасса. Животное. Давай, как? Все, хватит. Гав, подожди. Громкий, но не опасно. Тихо. Можешь... А подожди, кстати, а какого хуя он меня берет физганом крутит туда-сюда? Че это за хуня? Стой, не бань, че это за пиздец? А он меня заколеб... Ну убери его отсюда. Да, блять, убери... Ты охуел? Блять, и что это? Че за хуйня, блять? Он меня зафризил. Прости, чтобы сюда прилетел. Идет разборка, все, без проблем, то есть разбираемся, прилетает админ, каловый магнат, говоры наши, потом начинает общаться с хуя нахуй, я его начинаю также общаться с хуя нахуй с ним, после чего он возвращается. Меня зафризили. Кинул нахер отсюда, потому что он заеб, ну честно, просто зае. И все, вот он вернулся. Бедолага. Я не понимаю, а чего случилось, ребят? Стойте, ребят, давайте отойдем туда, где не слышно. Вертушку я только слышу, а не вас. Покажи свою демку, как ты разговаривал. Покажи свою демку, как ты разговаривал. Что ты истеришь? Я всего лишь сказал, что у тебя похоже на НРП или на НРП Ган за маньяка с ФАМАСом. Нет. Ты после этого начал орать на меня. Что говорю, нахуй пошел и тому подобное. Че ты там кричал? Я всего лишь ответил тебе взаимностью на то, что ты говоришь. Окей, хорошо, еще раз тебя спрашиваю, какого фига ты вообще влазишь в разборки, когда админ ведет разборку свою? Слушай, ты не был против до тех пор, пока я не обратил внимания на то, что ты нарушил НРП Ган. Я неоднократно тебе говорю, уйди с разборки. Ты
ты мне не вправе говорить. Не ты решаешь. Не ты решаешь, я же тебе сказал. Ты или плохо слышишь, хорошо, либо не слушаешь. Хорошо. Вот. Я с админом хорошо говорил, а не повторю с тобой все это время. Хорошо, хорошо, еще раз повторюсь. Какого хера тогда ты как админ, ты сейчас в роли как админа, как не РП игрока, общаешься с хуя нахуй. Это как с хуя нахуй? Ну, на матах общался. Не было такого? Да слушай, всякое может быть. Ты вот как не ко мне начал относиться, вот я не тебе просто такого взаимностью ответил, вот и все. Да, либо нет. Да, либо нет. Просто я могу тоже, раз он проплакался, я могу тоже проплакаться, и может быть уже тогда сами вы решите, поскольку вы же админа тут разбираетесь. Я просто как такое добавочное звено был. У вот этого госса на них, на одного него и на другого чела была жалоба. Я за ним поспектейтил и заметил, что в ситуации, на которую он жалуется, он был маньяком, который жил какое-то время вместе с бандитами, что запрещено за маньяка, и пользовался ФАМАСом, что тоже запрещено по правилам нон-РПГана. И я всего лишь, понимаете, ну я только на это внимание обратил. Я узнал у него, у этого фантастика, был ли он маньяком. Да, он был маньяком. Как только я начал говорить, чтобы админ, вот этот Санечка, не упускал из виду момент, что у него нон-РП, скорее всего, он тут же сразу завелся, начал меня нахуй посылать, телом каким-то называть. Ну, странно, если бы я как-то спокойно бы на это отреагировал. Но я ему ответил так же, как и подобает. Вот. Демку показывает на что? На то, что ты меня оскорблять начал? Как ты общался? Мне зачем демку показывать? У тебя ж претензии к этому. Хотел напомнить админу, что у него, возможно, еще нон-РП, пусть он типа это учитывает. Ну все, он сгорел с этого, начал меня таскать физганом, будучи в РП-профе. Меня в профе админа. Поскольку он старше по рангу и может якобы это делать. Но причины для этого не было. Это использование вот этих вот привилегий админских. И это было раза 2-3. Он один раз меня выкинул с жалобы, потом второй раз или третий, когда уже тебя позвали, я висел зафриженный и ничего не мог сделать. Меня только как раз Санечка и вытащил. Храни тебя Господь. Вот. А до этого он сгорел, начал меня посылать. Два раза так сделал. Первый раз он меня просто выкинул с физганом. Потом еще раз меня выкинул. И третий раз он меня уже выкинул и зафризил где-то над ПУ. И это все сделал он, этот фантастик. А до этого он на меня сгорел, потому что я про нон-РП его говорил. Показывай теперь демку, как это было. Демку показывать, как это было? А что, я что-то не так сказал? Нет, смотри, а ситуация такая, то, что была, я тебе говорю, вот этому человеку я еще неоднократно сказал, уйди из жалобы, он, мы разговариваем, он лазит в разговор, попутно говорит он, еще волк, начинает там что-то говорить, я ему говорю, уйди, дальше что продолжается, он начинает уже, я ему что-то поперек сказал, ему якобы не понравилось, я там, я как РП игрок на матах общаюсь, и он начинает с хуя нахуй тоже общаться, правильно, так было? Так, ну и что? Я ничего такого не сделал, ко мне вот человек как после говно того, относится после на того, жалобе, после, и почему я должен это нахуй терпеть? После того, как админ начал со мной хуя нахуй разговаривать, и я его физганом убрал. Зачем? Ну, потому что админ с хуя нахуй общался. Поэтому я его убрал. Ну ты разбирал жалобу. Он не он разбирал жалобу, вот Санечка разбирал жалобу. Ну так а пусть он не играет сейчас причем. Он прилетел, может, начал, блядь, вылазить разговор. Да не разрешил, там не было разрешения или еще что-то. Он просто влетел в разговор, блядь, начал с хуя нахуй потом уже общаться. Не, я не влетел в разговор. Когда проводил тебе жалобу, ему никак не мешало. Я вас не, это, ну, хочешь, чуть-чуть смотри, перебью, хорошо, ребят. Я не влетел в разговор. Я вот позвал, получается, вот этого админа Санеч. Убедился, что я никому не мешаю. На меня внимание обратили, внимание уделили, я сказал то, что хотел сказать насчет нон-РП, и он сгорел с этого. Вот. Да поверь, я не переживал за нон-РП вообще ни капельки. Но ты орешь, сидишь, даже сейчас бывает. За нон-РП, за баны, фир-РП и тому подобное я не переживал вообще. Ну, у тебя админобуст, ты меня таскал физганом и зафризил. Выкинул с разборки вот этой. Где я нашел еще одно нарушение? Да, я выкинул с разборки. Во-первых, общался с хуя нахуй, как админ. А-а. Во-первых, как админ с хуя нахуй ты общался. Какое ты отношение ожидал услышать в ответ на то, когда ты себя по-свински ведешь по отношению к другому игроку? Ну вот какое ты хотел отношение? Чтоб тебя пятки вылизывали или что? Кому свинское отношение было? Ты?
Кому свинское отношение было? Ко мне, например. Да ты, блядь, кто нахуй? Чтоб я с тобой уважительно разговаривал, когда ты со мной нахуй, я нахуй разговариваешь. Ты же сам начал об этом говорить. Кто ты, блядь, нахуй, чтоб я с тобой с уважением разговаривал? А, ну так вот в таком случае нихуя хорошего в свой адрес не жди. И не удивляйся, что тебя потом нахуй посылают. И называют беззубым долбоебом. Вот, вот оно, общение админа. Ну, я не сам тебя сейчас напрямую назвал. Санечка. В итоге я посмотрел демку, там было около 2-3 раз то, что он меня таскает физганом и нарушает админобус. Итого у него выходит сутки бана. Он попытался пару раз напиздеть то, что я якобы первый начал его оскорблять ни с того ни с сего, но сами подумайте, зачем мне это надо, и еще вы сами видели по демке, что он первый это сделал. Итог такой, у него выходит сутки бана, больше ему выдать не смогли. У него 3 админобуза, нон-РП и оскорбление админа. У меня же выходит 12 часов бана за то, что я посмел назвать уебана уебаном, потому что на Dark RP, будучи админом, ты должен терпеть любое говно в свой адрес и возразить ничего ты не можешь, только забанить. Как показывает практика, в Dark RP лучше не играть, его надо смотреть, например, у меня, поэтому давайте подписывайтесь, ставьте колокольчики, а со всем остальным вы сами разберетесь. А то почекал я недавно статистику и заметил, что некоторые смотрят без подписки и еще меньше людей смотрит без колокольчика. Вопрос, какого хуя? Это же вам наоборот плюс, если вы ждете моих роликов, то YouTube будет присылать уведомления, благо с ними сейчас в последнее время все нормально стало, или я ошибаюсь. Ладно, с кнопками сами разберетесь, никто вас не принуждает под дулом пистолета. Или принуждают. Сегодня мы попустили одного из многих донатных пиздоголовых уебанов. Надеюсь, вам все понравилось. Покеда. В общем, оскорбления прямые пошли от него. Он начал орать, когда ему в ответ на его «слышишь ты тело» ответили точно так же. Коловый мордан, он даже конкретно не может ответить. Фантастик, получаешь вам почти 4 часа. Давай. Он даже конкретно не может на вопрос ответить. Ты просто не слушаешь. Ума не хватает, потому что... Хуй из ушей вытащи. Ума, может, услышишь что-нибудь.